المبين وبيوتنا سنشيدها سنعيد مجد الأولي سيسود دين محمد سيعود للأهل السجين سلزل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واضرب بنا نول الوتين صبرا احبتنا فقد هبت رياح الصالحين فاروق اول من رمى بسهامه ذاك اللعين يا رب فانصرهم وكن عونا لهم في كل حين مكن لهم يا ربنا واغلظ وأدب من بغى واضرب بنانه والوتيد، عروش الظالمين واقتل رؤوس المعتدين، واغلظ وأدب من بغى واضرب بنانه والوتيد، عروش الظالمين واقتل رؤوس المعتدين، Следующая тема, которая интересует э, посетителей нашего сайта, это начало операции э, воздуш воздушно-космических сил России в Сирии. Э, в частности, вот Владимир спрашивает, еще полгода назад было известно, что армия Асада терпит поражение за поражением. Почему тогда Россия вмешалась только сейчас? Открылось окно возможностей или нас все-таки туда втянули? После выступления Путина в ООН насторожила всеобщая смена тона западных СМИ на противоположные. От демонизации президента к деферамбам о единственном спасителе от ИГИЛ. Хотя вот Татьяна э, пишет, что после выступления Путина э, СМИ э, выступили в поддержку нашего президента, но после стремительных мер, принятых ВКС России по борьбе с ИГИЛ, западные СМИ снова заверещали и полили на нас потоки грязи. Мы застали всех врасплох? Нет, все не так. Давайте там по пунктам, достаточно много вложенных. Почему Россия вмешалась а, только сейчас? Для окна возможности сначала. Для того, чтобы открылось окно возможности, его нужно создавать. И Россия вмешалась именно сейчас, именно потому, что к этому моменту было создано это окно возможностей. когда Россия смогла это сделать. Россия по-крупному уже застабилизировала положение на европейском, так скажем, театре военных действий, на европейском фронте. В общем-то, взяла в блокаду, в кольцо группировку войск противника на Украине, и соответственно этому можно проводить уже наступательную операцию на другом фронте. Здесь, Как говорится, 10 сталинских ударов. Вот. Но для того, чтобы это произошло, нужно было все сделать. И раньше это было невозможно по политическим моментам, потому что мир был совсем иной. Иные отношения, иные взаимоотношения, иное состояние западных стран. Для того, чтобы западные страны сейчас начали петь дифирамбы Путину в плане решения ИГИЛ, они должны были хапнуть Иммиграцию, которой полгода назад не было. Они должны были насытиться этой иммиграцией по полной программе. Вот за текущий месяц, за сентябрь месяц, в Германию прибыло порядка 300 тысяч иммигрантов. Их расселяют в разных городках. Они занимают объекты культурной инфраструктуры. Там спортзалы, различные спортивные городки, там тренировочные. Но они ведь не работают. Они потребляют определенный продукт, как бы их там ни кормили. Но они не работают. У них свободного времени вал. Они, люди с разной нравственностью. Они приехали с пониманием того, что Европа должна их содержать по высшему стандарту, потому что Европа пришла к ним домой и разбомбила их дом. Их вот зачем э, отправляли в... Э, в Европу, Естественно, на этом взаимоотношении у них конфликты с местным населением, напряжение растет. Вот не было бы этого напряжения, Европа по-прежнему бы еще играла, что там, кто там, как с ИГИЛ там будем, чего там делать. Они ведь и сейчас, понимаете, европейские лидеры, которые находятся под э, пятой у американцев, они ведь постоянно говорят, а саду не место там в политике, должны продолжить, мы обязаны продолжить санкции, потому что Россия там начала бомбардировки Сирии. Россия решает проблему Европы с беженцами. Пу Лавров Сергей Викторович что сказал? Проблему беженцев нужно решать не в местах, куда они бегут, хотя это тоже необходимо, а нужно создать условия такие, чтобы люди не имели необходимости покидать свои родные дома, чтобы они жили там, где они родились, чтобы миграция была естественной, что нужно ликвидировать причину, которая гонит людей с их родных мест. То есть нужно ликвидировать ИГИЛ. Вот это основа, которая во многом прочистила мозги э, Запада в отношении России, э, того, что делает Путин и что предлагает Путин. Они по-другому услышали то, что заявляет Путин. Полгода они еще, Путин гов, всегда говорил одно и то же. Но полгода назад Европа его не слышала. Она все еще игралась в антирусскую политику. А потом говорите, что они там Путина начали восхвалять. Ничего подобного. Ни в одной публикации, что я читал, а я достаточно много посмотрел, никто нигде не восхвалял. Это некоторая интерпретация наших СМИ. Такая есть. Но она связана с чем? Повторяю, Путин предложил решение глобальных задач. Он предложил решение сохранения мира и стабильности на всей планете. И вот эти варианты, они, в общем-то, вдохновили. Европу и глобального предиктора на то, чтобы согласиться с этим. Меняется информационное поле. Оно же не может меняться так, знаете, голодовка, как это в полосатом рейсе. У меня сегодня голодовка, а что там на третье компот? Ну вот на, по компоту голодовка отменяется, а по остальному голодовка. Вот. Поэтому они, естественно, должны были сказать по этому плану, что да, план ликвидации ИГИЛ это то спасение Европы которые требуются. И они об этом говорили. Но дальше вступает момент э, действия, собственно, э, американской страновой элиты. Проигрывая в Сирии, Америка не получает возможности развязать Третью мировую войну. Значит, Америка идет по пути Советского Союза к переформатированию. Желает это страновая элита Соединенных Штатов? Конечно, не желает. Есть возможности влияния на информационную политику, на политику государства Западной Европы у Соединенных Штатов? Да, конечно, есть. Еще очень много есть. Они многое могут. Соответственно, этому они и поднимают. Поэтому западные политики начали говорить, надо вводить санкции против России, потому что они вот там ИГИЛ бомбят. А уже нет там никакого ИГИЛа. а кого что вы тогда целый год там бомбили, вот. Понимаете? Тут вопрос э, связан с тем, что у Европы другое положение, по-другому сейчас вещи смотрятся. Как говорится, время течет по-разному э, для того человека, который по разной стороне двери туалета у одного. Вот. вот. Так вот сейчас э, у Европы совсем э, они находятся по другую сторону. Поэтому они, естественно, ищут возможности. Они понимают, что если даже э, прибудет в Европу 5 миллионов, они говорят уж о том, что 30-35 миллионов населения это иммигрантов, то Европе, в общем-то, наступит конец. Они не смогут удержаться. Иммиграция сметет Европу. Европа потеряет свою идентичность. Великое переселение народов, сформируются новые нации, о чем американская политика и вещает. -то. Вот многие думают, вот ИГИЛ, жестокая организация. А вот с чего это так вот ИГИЛ себя рекламирует? по поводу массовых казней, причем жесточайших казней. А как нужно было сдвинуть население, чтобы они побежали? Только ужасом. И этот ужас они специально через средства массовой информации, в том числе и через западные, показывают. Чтобы с одной стороны людей ужасом сдвинуть, а чтобы с другой стороны в Европе понимали от какого ужаса бегут. И э, не настаивали особо на решении той проблемы, которую предложил Лавров. Вместе, откуда возникла проблема, откуда бегут люди, ликвидируют ту причину, по которой люди бегут. Так что здесь нет никакой любви к России, нет никакого изменения вообще к России отношения Европы. Просто Европа сейчас позволяет России что и было во всех публикациях, решить ту проблему, которая сейчас угрожает жизни самой Европе. И Соединенным Штатам, кстати, тоже. Ну вот вопрос от Кверти, как раз в связи с событиями в Сирии. В Сирии нанесен авиаудар, поражены там какие-то цели. А в Украине за полтора года ничего такого не было. Хотя все верещат о российских войсках на Украине. Не затыкает ли таким образом рот всем укропатриотам такой расклад? Когда им об этом говоришь, они все грустно молчат в ответ. Вопрос, правильный ли я пример выбрал для оппонентов, чтобы у них там просветлилось? Пример правильный, но вот вернемся к предыдущему вопросу для полноты понимания того вопроса, который задали. Значит, как вот Россия выбрала вот этот момент? удара по сирийским вот этим боевикам. И вообще все, что связано с этим, вот немножко надо объяснить, для того, чтобы понимать разницу отношения России в Сирии и на Украине. Вот когда Путин выступил, начались интенсивные переговоры. И Терри с Лавровым встречались трижды. И о чем шла речь? вырабатывали позицию совместную по Сирии. И э, по этой, кто называется, э, Соединенные Штаты изменили отношение э, к Башару Асаду, что на переходный период, вот как бы он может быть легитимным президентом э, Соединенных в Сирии. А что у Соединенных Штатов вообще вот в отношении к Сирии, чтобы было понятно. Вот. Э, Начальник оперативного управления Генштаба Картополов, выступая, сказал вот буквально следующую фразу. В ходе контактов с американским руководством мы рекомендовали вывести из региона всех инструкторов и советников, а также тех ценных специалистов, которые готовились на деньги американских налогоплательщиков. Мы также рекомендовали прекратить полеты летательных аппаратов в районах действия нашей авиации. То есть, что он сказал фактически? Он сказал то, что является по факту. ИГИЛ является иррегулярной армией Соединенных Штатов, которая управляется американскими военспецами, э офицерами и именно таким образом она осуществляет свои боевые действия. Когда было предъявлено миру глобальное видение. И когда таким образом была сформирована, в общем-то, коалиция против Соединенных Штатов, встал вопрос, как что решать эту проблему. И вот эта проблема, она стала решаться таким вот образом, что российская авиация своими точечными ударами поддерживает нанесение. Поддерживает э, наступательные операции э, сирийской армии. Она наносит удары, которые э, уничтожают именно инфраструктуру. Я вот о замечании Картополова почему сказал? Потому что Wall Street Journal сказала, что в результате ударов э, российской авиации погибли американские специалисты. Вот. То есть о чем идет речь? Что приняли решение американцы? Раз ситуация в Сирии уже проиграна, и дальше встает вопрос, как Соединенным Штатам с Европой себя вести? Вот возвращаются американские офицеры, которые были командированы на войну военспецы, и они, будучи живыми, они чего-то там кому-то все равно расскажут. И тогда роль в организации вот этого потока беженцев в Европу для всех станет очевидной. Для того, чтобы они ничего не рассказали, они должны, как Мару сделал свое дело, Мару должен умереть. Они должны умереть. И неважно, реально там нанесла российская авиация удар по этим специалистам, нереально. Главное было огласить этот момент. Для чего? Потому что потом всех вот этих специалистов, которых туда направляли, уже зачистят на земле киллеры. А будет объявлено, что это сделала Россия или российский спецназ. Таким образом, американская государственность получает, вернее, сохраняет лояльность своих спецслужб и армии. То есть это же не мы вас уничтожили, это же уничтожили русские. Против них надо продолжать бороться. А с другой стороны, вот этот момент, который тут же преследуется. Использовать вот эту же атаку для того, чтобы навредить России в информационном плане. То есть, вот, смотрите, Россия бьет не по ИГИЛ, а по умеренным каким-то там сепаратистам. Никто не объяснил до сих пор, что такое умеренные сепаратисты и почему это. Соединенные Штаты готовят специалистов умеренной оппозиции, а они тут же оказываются в рядах ИГИЛ. То есть, по сути, это ни для кого не секрет, что вся эта умеренная оппозиция ⁇ это тот самый легальный буфер, через который легально, на, полном, как бы, на полных легальных основаниях, открыто, западное так называемое сообщество может осуществлять военно-техническое сотрудничество с Сигил, поставлять туда специалистов, технику, вооружение, а обратно получает раненых которых надо вот, ну, вылечить в европейских тех самых лагерях. Они же воюют в ИГИЛ, а лечатся из умеренной оппозиции. Вот этот вот нужен. Но сейчас наступил тот момент, когда вот эти американские специалисты, они стали не нужны, их нужно зачистить. И вот э, Соединенные Штаты, э, понимая, что они не смогут удержать э, э, ситуацию э, в Сирии, они о каких-то моментах договорились с Россией и Россия нанесла удар и начала поддерживать э, наступательные операции. Именно тогда, когда к этому была готова вся инфраструктура, которая разворачивалась заранее. Ну а поскольку о том, что такой удар будет, догадывались все и понимали все, э, ну заранее были сняты фильмы о том, что Россия бьет по каким-то гражданским объектам, что страдают гражданские люди, вот. Сейчас нужно просто дождаться, когда закончатся все эти э, заготовки. А второй момент, ну, э, они, в общем-то, не понимают, о чем идет речь. Речь идет о том, что Россия, когда говорит об ударах, она предъявляет доказательства средств объективного контроля. То есть о каждом ударе показывается, его можно проверить точное географическое положение, почему и как был нанесен удар, чем. Вот наступит тот момент, когда это нужно будет обсуждать. Сейчас это как бы замалчивается. Это вот к Украине к вопрос э, о том, что там российская армия воюет. Вот это вот все надо вот иметь в виду, о чем я говорю. Про специалистов, про точность ударов. Вот. Эээээ... Дальше. Эээ... Россия наносит э, удары, и она показывает. Да? Вот мы уже говорили на прошлом вопросе-ответе о том, что э, начали мы перебрасывать технику в Сирию. Тут же американские военные спутники показали очень хорошее качество э, всех вот этих, э, всей нашей техники. Они хорошо, там все различается, все точно известно местоположение. Сколько не перебрасывали на Украину, ничего нет. И вот самое интересное. Вы обратили внимание, а Боинги на Генеральной Ассамблее говор... о сбитом Боинге на Укра... над Украиной не говорил никто. Почему? А потому что Россия, дозированно сливая информацию о сбитии Боинга, подвела Запад к той ситуации, когда э, они сейчас... Э, вот извините, опять за аналогию э, такую. Значит, э, два врача... Э, один говорит, старый, и молодой. Старый отходит и говорит, ну ты говорит, здесь это, пока ничего не делай, просто изобрази вид, что ты работаешь, а больного, потом я прям Говорит, ну что, были больные, когда возвращается старый? Говорит, да, был один, говорит, с кашлем. Ну а что ты ему сделал? Говорит, пургену дал. Говорит, как кашель и пурген взаимосвязаны? Говорит, а вы посмотрите, он стоит за дерево, держится и кашлянуть боится. Так вот дозированно сливая информацию по Боингу, Россия подвела весь Запад к тому, что они теперь кашлянуть боятся по Боингу. Дальше встанет вопрос о том, кто точно и как сбил Боинг. Американцы до сих пор, почему они не предъявляют никаких э, доказательств? Почему до сих пор засекречены переговоры э, диспетчеров э, с... Пилотами Боинга. Да потому что все прекрасно знают, как был сбит Боинг по американскому приказу. И что это сделали украинские вооруженные силы. Так вот, есть средства объективного контроля, которые все доказывают, что делается в Сирии. И вот этого ничего нет. По Украине. Не со стороны Соединенных Штатов не со стороны кого-либо, а со стороны России по Сирии предоставляется вся информация. Но самое это интересное. Вот скажите, вот если бы Россия ввела бы э -э свой контингент в, Уф, ну она бы что, стала бы перемалывать свои же теря... свои войска в Дебальцево, под Иловайском. Тяжелейшие бои, просто тяжелейшие бои были. Или, может быть, проще было бы накрыть авиации, бесполетную зону организовать быстренько. Ну, накрыли бы авиации, никакого наступления бы не было. А вот, кстати, украинским ВСУ, которые героически воюют против российского агрессора, теперь придется признать, что им морду-то начистили простые шахтеры и трактористы. Что они их разбили, доблестных украинских вояк, которые шли убивать мирных жителей, сепаратистов. Так что вот то, что сейчас происходит в Сирии, э, украинским СМИ очень и очень э, как бы не по шерсти. Потому что все, что происходит в Сирии, доказывает, что все, что они врали о российском вторжении, теперь полностью вскрывается на конкретных примерах. Ну, понимаете, ложь не живет долго, у лжи короткие ноги.